Новоселье маленьких несян. Открытие нового детского сада в столице Канинского сельсовета прошло в торжественной обстановке и с представителями власти. Не обошлось и без экскурсии, в ходе которой гости проконтролировали готовность дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. В одном из крупнейших сел на западе региона самый настоящий праздник – каравай и праздничный концерт. А все потому, что жители и подрастающее поколение дождались открытия нового детского сада. Теперь дошколята могут развиваться и познавать мир в теплых и уютных стенах образовательного учреждения. Теперь родителям не придется приносить с собой кучу одежды, потому что есть сушилки в этих группах, и после прогулок можно высушить одежду. Есть прекрасные отапливаемые веранды, и если на улице ненастно и холодно, дети будут гулять на этих верандах. Желаю нашей детворе успешно осваивать образовательное пространство, коллективу детского сада дружной и творческой работы. Ну а родителям, конечно же, работать в тесном контакте с педколлективом. Когда произнесены торжественные речи, приступают к самому важному – церемонии открытия. Далее представители власти отправились на экскурсию по новому детскому саду. Осмотрели группы, которых, кстати, в садике будет 4, а также увидели специальные сушилки для одежды. Специально для рукавичек, для обуви. Размещаться будут курточки. У всех дошколят будет собственный шкафчик, а в каждой группе есть специальная прогулочная веранда на случай, если погода на улице будет холодная. Ну а самое главное – это теплый пол с регулируемой температурой, который установлен и в спальнях, и в группах, и на верандах. Вся мебель, игровое оборудование и постельное белье новое. У нас много оборудования всякого разного. В отличие от старого детского сада, в новом мойка и сама кухня находятся достаточно близко, а новая посуда не представляет опасности для детей. Не бьется, не колотится, легкая. И вот 1 сентября дети пойдут в теплый и уютный детский сад. Елизавета Кабанова, Сергей Конюков, телеканал «Север».